гнева. Природа вполне может... Приветствую всех на своем канале. А у нас тут новенькая колода на друида. Все эти карты я сбрасываю, даже доборы, потому что не хочу терять существ. А существа здесь имеют довольно большую ценность, так как это две Изеры, Малигос, торговка с скакунами и Алекстраза. Здесь присутствует механика как драконов, так и заклинаний. Приходит нам разгон, это в принципе хорошо. Железная кора и болотный луч. Можно использовать болотный луч, в принципе, даже на ранних этапах игры, чтобы как-то контролить стол. Так, ну здесь придется отдать дыхание снов просто в добор. Размах, в принципе, неплохо, для контроля подойдет. Следующим ходом, я думаю, буду я, наверное, разгоняться, так как разбойник пока не сильно агрессивничает. Хотя, конечно, нолик хотелось бы оставить под торговку, но крайне важно на этом друиде перехватить темп, найти Изеру освобожденную и заспамить стол здоровыми драконами. Также тут есть Малигос и два лунных огонька, которые можно кинуть как в лицо, так и по столу противника. И здесь есть рой светлячков для какого-то заспама стола, но правда никаких бафов на них здесь нет. Они больше для отвлечения внимания и заспама, так сказать. Эту мы картонку убираем, нечего ей здесь делать. Слишком много полезностей вносит она этому разбойнику. Это, кстати говоря, по-моему, Хайлендер разбойник, одна из вообще топовых колод. Тир-1, по-моему, она сейчас даже. Галакронт, разбойник на секретах и что-то там еще. Сложное, долгое название. Можно попробовать сейчас с помощью двух ноликов заспамить стол, точнее даже одного. Потому что свое существо я не хочу бить. А вот, кстати, и это поможет. Ну, очень неплохо зашло существо. Зиксор прям крайне полезная карта. Она нас и убережет немножко от фатига. И плюс оно с натиском было, но я не стал размениваться, так как мне было выгоднее использовать заклинание. Пока контролить ему нечем, он просто использует возвращение в руку. В принципе, меня это устраивает. Он тут чистит стол. Здесь я смогу... Наверное, нет, я не буду так добирать карту. Я доберу карту с помощью переполнения. Лунный огонек пришел. Наверное, огонек я сразу же отдам прихвостня. Немножко не то я сделал, но да ладно. Был какой-то пролаг, и, видимо, ткнул я не туда. Ну да ладно, в принципе, мы все равно стол-то, в общем-то, чистим.
было бы неплохо, если бы секрет охотника был на возвращение в руку. Да, это морозная ловушка. Очень неплохо. Тем более за 10 маны. Меня, в принципе, устраивает. Ну, пока мы по существам в плюсе, как и по картам, в общем-то. Конечно, у него есть флик-заточка, чтобы было очень неприятно, поэтому зиксоров, наверное, надо использовать по максимуму и в ближайшее время. Тут он размен делает, это, в принципе, логично. Сейчас я, наверное, буду опять же спамить существами. Либо даже использовать рой светлячков, чтобы он на него как-то отвлекся. Хотя логичнее мне будет все же использовать торговку с скакунами. Наверное, я даже отдам гнев на добор. И раз пришел Малигас, то пока больше ничего не буду делать. Нолик я хочу использовать именно с Малигасом. Кстати говоря, до сих пор я не видел у этого разбойника повторок. Поэтому именно, наверное, это все-таки Хайлендер версия. Просто сильнейшая, грубо говоря, версия этого разбойника. Поэтому если его удастся выиграть, то это будет вообще очень забавно. До сих пор нам не приходит из эры освобожденные. И тут есть вариант либо спамить существа, либо использовать зиксора. Но мне, наверное, придется его использовать, хотя я понимаю, что это потенциальный флик-заточка выйдет сейчас. Но, по крайней мере, я максимально смогу, точнее, выжать из него максимум. Но если ему не приходит заточка сейчас, то он, в принципе, проигрывает. Пока он находит прихвостни. Дает провокацию, и это пока его спасает. Он даже идет в лицо. Сколько вообще у нас получается урона? Если я иду в размен, то это 9 урона по лицу. Довольно мало. И скорее всего не имеет смысла попросту. Но я попробую добраться. Приходит озарение. Довольно интересно. Но я, естественно, делаю размены. Хотелось бы убрать еще прихвостней. Я, наверное, так и поступлю. Пять урона. Я сниму броню ему. И раскопаем еще одного дракончика. Возможно, даже Светика стоит взять. Потому что мне нужно раскапывать что-то полезное. Ну да, это читалось, что будет именно Кронкс. Если он его не возвращает в руку, то я его убиваю с помощью Малигоса и Огонька.
Хотя могу просто отдать, допустим, размах на него. Размах даже будет полезнее в этом случае. Бесполезная карта выпала с этого светика. Ну да ладно. Поставлю ее просто в темп. В принципе, для друида эта карта неплохая, но с нашей колодой она немножечко не так работает. Хотя у нас есть карты выбора эффекта, это сила кристаллов. Но в руке у нас их все равно нету, поэтому она никак вообще не сыграет. По-прежнему разбойник не отдавал свои сильные карты. Это Алекстраза и Зефрис. Может, ему они просто не заходят, а может быть, он их переживет до какого-то особого случая. Но здесь уже необходимо замешивать. Становится 2 FPS. А добираться, наверное, будем уже как-то следующим. Махинация. Что у нас с махинацией? 8-8. Ну, это серьезно. Это довольно серьезная заявочка, но опять же, Малигас, нолик, если он не убивает меня, хотя 23 здоровья снести довольно сложно. Но он максимально качает его, видимо, хочет убить Зеру. Ну, в таком случае это будет довольно глупо, если он будет биться в нее. Угрозы она, в принципе, не несет. А вот 9 урона по лицу, в принципе, это ощутимо. Да, он бьется в Зеру. Действительно странный ход. У нас даже два огонька. Ну так-то это довольно сильно выглядит уже с Малигосом. Попробуем добраться. Ну вот, призывается портал. Очень слабый дракон. Прям супер слабый. И надо бы мне освободить руку. Наверное, я сделаю светлячков. Возможно, он как-то захочет меняться и уберу, наверное, вот этого прихвостня. Флика заточки у него больше нет, по крайней мере, я надеюсь. И он должен будет разбирать этот стол, так как друид славится тем, что он может просто за один ход забафать этих малышей так, что потом мало не покажется. Биться в его существа я, в общем-то, не очень хочу, потому что у него там наверняка махинация, хотя в то же время неизвестно, махинация ли там есть. Вот эта нефритовая змея как раз вот тут совсем не вовремя. На самом деле не хочу я ему давать заклинания, но дай мне хоть каких-то здоровых драконов. Вот это уже дело. Так, у того
и того, что я смогу здесь сделать. Во-первых, я хочу убить вот это. Но здесь вообще никак. У него миллион прихвостней. И как-то от них надо избавляться. Две единицы урона я бы нанес вот этому вот Фаорису на самом деле. Либо поставить Элекстразу и попробовать погенерировать еще ресурсы. Ну все, и он сдался. Не выдержал такого натиска. А следующий противник у нас маг. Даже не знаю, сможем ли мы прям противостоять ему. Но во всяком случае я попробую оставить торговку с скакунами. Может быть, у нас получится сделать какой-то ранний заспам. Ну, в принципе, рой светлячков неплохо смотрится. Но тогда при этом придется оставлять в руке нолики, чтобы с них еще получилось по каждому светлячку. Добор вообще не хочу использовать, потому что он по закону подлости наверняка сожгет нам ценные ресурсы. А маг пока пользуется своим преимуществом и активно удешевляет свою колоду. Хотя я, наверное, рискну. Может быть, и повезет. Да, мне в принципе везет. И на следующий ход у меня уже будет буйство природы. В принципе, это хорошо. В колоде было довольно много заклинаний, поэтому с добора мне пришли именно заклинания. Маг там что-то усердно набирает в руку. Миллион всяких заклинаний тоже. Так как, видимо, он играет без то есть без существ. Ну, а я пока играю в манну. И на следующий ход я могу выставить либо полный стол, точнее, светлячков. Но правда, если там секрет на 3 урона, то это такое себе занятие. Ну а мне, по сути, больше не под чего использовать этих светлячков, поэтому почему нет? Ну, у него, видимо, там что-то есть. Да, у него там есть секреты. Но он думает, что у нас win condition заключается в этом. Но на самом деле нет. Тут все намного интересней. Пока провокацию не будем давать, посмотрим, что у нас выйдет. 4-1 с натиском. Я думаю, даже дадим провокацию ему. Убьем это существо. Еще сделаем так. Еще доберемся. Малигос пришел. В принципе, неплохой стол. Но там у него наверняка огненный оберег стоит. И весь наш стол, конечно же, отлетит. Приходит Изера. Отлично. Ставим ее сразу же. Замешиваем кучу порталов. У нас есть семерочка, которая отхилит и нас, и существ, если он сейчас, конечно, это все дело не зачистит. Доберет нам кучу карт, призовет кучу драконов, поэтому пока все хорошо.
Тут уже пошли драконы. 8-8. Неплохо. Ой, не Малигас, а Калесгас. Вообще просто шикарно. Шикарный заход, кстати говоря. Во-первых, я уберу-ка его секретик. Ледяная преграда. И огненный оберег. Ну, как это и подразумевалось. Всем остальным я иду в лицо. И у нас тут намечается шикарная комба. Во-первых, ставлю Малигаса. Следующее у нас заклинание за 0. Я даю размах. И чищу стол. И сразу же кидаю еще и нолик ему в лицо. И у него осталось 11 хп. Что он будет с этим делать, я вообще не представляю. Ну, заморозка, в принципе, да. Хорошо. Прилив сил. Что он сможет сделать за 5 маны? Еще один прилив сил у него сгорает. Добор, волна огня. Ну, такие себе были у него заклинания. Здесь я, наверное, делаю хил своим существам и иду в добор. Размах вот пришел. Еще один лунный огонек. Сколько же я сейчас смогу ему еще накидать в лицо? Ну еще на тебе размах на девяточку. На тебе лунный огонек. И на тебе один. Шикарная комбинация получилась. Вот такие получились довольно показательные игры. Дек-лист и стоимость этой колоды вы видите на экране. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всем спасибо за просмотр. Всем пока!